В Новосибирске завершают декаду пожилого человека. Для ветеранов в эти дни организуют встречи с представителями районных администраций и социальными работниками. По горячей линии пенсионеры получают бесплатную юридическую помощь и консультации о пособиях и выплатах. В филиалах муниципальных аптек пожилым покупателям предоставляют скидки. И культура нужна, людям надо встряхнуться. Социально тем более нужна, людям чем-то надо помочь. Поэтому декада, она просто очень важна сегодняшний день. И помочь ветеранам, и настроение поднять, и чтобы дальше легче жилось, и здоровье прибавится от этого. Во время декады в каждом районе Новосибирска проходят продовольственные ярмарки и концерты. Посетить зоопарк бесплатно пенсионеры могут до 21 октября. Сегодня ветеранам вручили почетные грамоты и благодарственные письма мэрии за вклад в развитие ветеранских организаций и патриотических объединений, территориального самоуправления и за участие в жизни родного района и города. У человека нашего особенно возраста главное не потерять в себе вот это чувство радости, сберечь его. Надо жить и радоваться. И отсюда будет и настроение, и работоспособность повышается. И вот такие праздники, когда мы все собираемся, музыка, это действительно поднимает настроение. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!